Друзья, всем привет! С вами снова Евгений Корсакин. В этом видео мы разберем ситуацию, если, к примеру, вы построили дом вплотную к забору, что теперь с этим делать? Рассмотрим ситуацию. Земля ИЖС, на ней стоит дом. Земля отмежована, рядом по незнанию и своему безрассудству вы построили еще дом вплотную к старому. А с другой стороны, впритык к соседскому забору, тем самым нарушив градостроительные нормы на 3 метра. Соседи не против. Конечно, но вот как быть с регистрацией и какие риски? Сносить нереально. Дом капитальный, каменный. Напомню, что незнание законов не освобождает от ответственности за их неисполнение. К сожалению, это довольно распространенная ситуация, и из нее не так много выходов. На мой взгляд, единственный способ, который позволит вам в дальнейшем спокойно спать и пользоваться этим объектом, сделать перераспределение земельных участков с вашим соседом. Проще говоря, выкупить у него за деньги часть его участка, чтобы обеспечить соблюдение градостроительных норм. Ваша задача – обеспечить отступ от границ соседа до вашего дома в 3 метра. Такое мероприятие потребует определенных затрат, и цена выкупа этих нескольких десятков квадратных метров будет немаленькой, но других вариантов я бы не рассматривал. Иначе его могут снести или выписать большой штраф. А инициировать иск может тот же самый сосед. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, дальше будет еще интереснее.